На Шамаровской трассе сразу два автомобиля улетели с трассы в кювет. Машины получили серьезные повреждения. Улица Шевченко – дорога со стороны Маковского к Шамаре, одна из немногих, по которой и жители, и гости Владивостока могут добраться до Лазурного берега. Среди водителей трасса славится своим серпантином с отсутствием должных отбойников на крутых поворотах. Автовладельцы знают, вылететь с трассы здесь проще простого. На этот раз не повезло сразу двум машинам. Со стороны Шамары на подъем шел Toyota Prius. На очередном повороте водитель не справляется с управлением и улетает с дороги. Гибрид получил серьезные повреждения и своим ходом место аварии уже не покинет. Не успевает за одним автомобилем приехать эвакуатор, как с трассы вылетает вторая машина. На этот раз Suzuki Escudo, который направлялся уже в сторону Шамары. Тут не наберешь большую скорость, уже серпантин. Какую скорость? Наоборот. Даже, мне кажется, 60 минут. Просто завертело, как на льду. Водитель внедорожника в шоке от случившегося. Мужчина так и не смог понять, как все произошло. Вылетев с трассы, его машина завалилась на бок, и ей также понадобится эвакуатор. Сомнительно, что подобные происшествия на улице Шевченко в ближайшее время прекратят происходить. Такие погодные явления, как дождь, снег, гололед или же даже небольшое превышение скорости, здесь приводят к одному – машины уходят с трассы.